Так, ну что, будем собирать палочку. Я сегодня взял Ronin Rush Insider Travel до 10 грамм, 4 участника. Вот такой. Это у меня в хозяйстве единственный Travel. Спиннинг вообще выполнен в стилистике этого Ronin Rush Supersonic. Все очень похоже. Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Я всегда говорил, где дача, там и рыба. Ой! Вот она. Вот она. Ну, это окунёк. Ай! Поклевка была. Вот пальцем вот так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Крутая поклевка. А вот плотва не хочет. О, на искусственного мотыля. Я офигею, спиннинг с тестом до 10 грамм. Я им мормышу, ребята, мормышу. Стерва забрался. Кто-то клюнул. Ух ты. Какой пузатенький. Оп. Ну вот это что? Какая прелесть. Да, плотву я не поймал. Это не ловля для этого спиннинга. Это классный спиннинг для того, чтобы ловить просто лайтовыми приманками. Объясняю, это мой личный спиннинг. Я им ловлю совершенно другими приманками. Это просто сегодня я реально извращаюсь.